В Башкортостане 38 тысяч налогоплательщиков с 1 января будут вынуждены перейти с единого налога на вмененный доход на другую систему налогообложения. Связано это с отменой режима. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе по республике. В связи с прекращением действия системы налогообложения ЕНВД, предпринимателям региона до конца года необходимо подобрать альтернативные варианты, подать заявление на смену системы налогообложения. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы. В случае невыполнения условий налогоплательщика автоматически переведут на общую систему обложения. Организации могут применять общий режим налогообложения, упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог. Для индивидуальных предпринимателей выбор несколько шире. Кроме вышеперечисленных, они могут также применять патент и налог на профессиональный доход. Для того, чтобы определиться с выбором режима налогообложения, необходимо четко понимать критерии свои, доходы, расходы, которые имеются у налогоплательщика, какова численность работников, имеются ли основные средства, какова их стоимость. Также предприниматели и физические лица, которые не имеют наемных работников и у которых годовой доход не превышает 2 400 000 рублей, могут перейти на новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Для того, чтобы получить статус самозанятого, пользователю необходимо установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и пройти процедуру регистрации.